противниках теории эволюции. Нам все время твердят, что в эволюцию не верят только невежественные консерваторы. Но так ли это? На самом деле, научные аргументы в пользу теории эволюции настолько слабые, что от нее отворачиваются даже ученые, которых не назовешь поборниками христианства. Еще в 1981 году доктор Колин Паттерсон из знаменитого Британского музея естественной истории поверг научный мир в смятение. Выступая перед учеными знаменитого Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, он сказал, что в течение полутора лет изучал антиэволюционистические теории. В результате он пришел к поразившему его выводу. Он не обладает ни одним неоспоримым свидетельством в пользу теории эволюции, хотя занимается ею уже 20 лет. Доктор Паттерсон не раз спрашивал коллег, есть ли хоть что-нибудь, что они знают об эволюции наверняка. Ответом ему неизменно было молчание. Наконец, один ученый сказал, «Я знаю лишь одно, эволюционную теорию не следует преподавать в школе». Доктор Паттерсон закончил свое выступление в Американском музее естественной истории такими словами, «Наконец-то я проснулся и осознал, что всю свою жизнь обманывался, принимая теорию эволюции за очевидную истину. Так что среди противников теории эволюции хватает и людей с учеными степенями».